Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на матче Кубка ЛФЛ на втором туре этого замечательного противостояния, этого замечательного розыгрыша. «Динамо», «Три звездочки», «МЮПИ» сегодня встречаются здесь, на главном стадионе Северной лиги. Два коллектива, которые в стартовых поединках нового розыгрыша Еврокубков добились по победе и таким образом к очному противостоянию подходят в качестве несомненных лидеров подгруппы H. «Динамо» в первом поединке оказалось сильнее «Ники». Три звездочки МЮПИ с еще более разгромным счетом одолели второй состав Селтика, Селтик 2, так называемый, на восточной территории. Матч сегодня предстоит, несомненно, очень и очень интересный. Два коллектива, которые стартовали в нынешнем розыгрыше с великолепных результатов, и те, и другие пока не знают горечи потери очков, и сегодня один из них впервые в нынешнем сезоне эту самую горечь почувствует. Теоретически, конечно, да, возможно, что матч завершится в ничью, и тогда оба коллектива потеряют очки, но обо всем об этом будем, наверное, рассуждать уже по ходу матча, ближе к его завершению. Пока же констатируем тот факт, что Алексей Сергеев дает свисток, возвещающий о старте этого противостояния. «Динамо» с первых же минут стремится пойти в атаку, в наступление. Ну и давайте пробежимся по стартовым составам играющих сегодня команд. По традиции, отдавая дань уважения номинальным и реальным гостям, начнем мы с состава трех звездочек. Команда Артема Цырина сегодня выступает в красно-черных цветах. В первом тайме располагается слева по телевизионной картинке. Под первым номером ворота защищает Станислав Рожнев. Виталий Корнеев, 25-й, в центре обороны. Справа Павел Аксенов, 19-й. Слева Андрей Никонов, 88-й. Александр Балашов в центре поля расположился. Помогать ему в созидании будут Денис Романов, 23-й, и Игорь Цырин, 8-й. Денис Романов, капитан команды, на острие атаки. Ильнур Зарипов, у него на спине номер 22-й. Динамовцы, как вы уже, наверное, догадались, в бело-голубых цветах сегодня выступают. Игорь Гришин, 30-й, защищает ворота бело-голубых. Дмитрий Кожемякин, 13-й, в центре обороны. Кирилл Орлов, 18-й, капитан команды, справа. Иван Спичка, 15-й, слева. Андрей Тынян, 17-й, в центре полузащиты. Алексей Бритовский, 77-й, справа. И Никита Митин, 79-й, слева. Дамир Садиков, 14-й, на острие атаки. Есть возможности для перестановок и у одного, и у другого тренерского штаба. У динамовцев чуть побольше вариантов для изменения хода матча. Сразу 5 футболистов готовы вступить в игру в случае необходимости. У трех звездочек на одного футболиста меньше. Давайте сразу вам представлю всех игроков, заявленных на это противостояние. Евгений Корнилов, номер 3, Илья Чижиков, номер 6, Михаил Тимофеев, 10, Павел Фарафонов, 9 и Дмитрий Голышев, 7. У динамовцев расположились на скамейке запасных или будут располагаться по ходу матча. Все дело в том, что Илья Чижиков опаздывает к началу поединка. И если быть честным, то именно он должен был начинать матч в старте слева в полузащите. Что касается трех звездочек, то здесь Антон Андрианов, 7, Андрей Некрасов, 24-й, Гия Пурцеладзе, 12-й, и Артем Севастьянов, 18-й, готов вступить в игру в случае необходимости по велению своего наставника. Представлюсь и сам. Никита Лаврентьев для вас сегодняшнюю встречу прокомментирует. И заканчивая о предматчевых всех традиционных ритуалов, необходимо сказать, что «Динамо» свою первую победу в первом туре одержала на выезде, а вот три звездочки победы над вторым составом «Селтиком» добились дома. Не совсем верно я все-таки выразился, говоря про восточную землю. Имел в виду, конечно же, то, что «Селтик-2» называется команда. И, безусловно, в противостоянии с такими опытными коллективами, которыми являются «Динамосы» и «Три звездочки», «Селтик-2» выглядит, несомненно, андердогом. Вообще, если говорить об истории обоих соперников сегодня, то необходимо отметить, опять же, вскользь я уже упомянул, что без осечек
и те, и другие идут во внутренних чемпионатах. Три звездочки провели побольше встреч. Больше уже игр календарного чемпионата состоялось в чемпионате Юга-Запада. 7 матчей, 7 побед, в том числе и важнейшая виктория над Пищевиком со счетом 3-1. С таким результатом был повержен чемпион прошлого сезона в 6-м туре, если мне не изменяет моя память. Вообще, судя по всему, три звездочки уже даже сейчас на старте первенства сделали весомую заявку на чемпионство, на столь долгожданный титул. Все дело в том, что Пищевик, заметно ослабившийся в нынешнем межсезонье, стартовал худо-бедно и уже три поражения потерпела. Ну а ближайший преследователь трех звездочек, это футбольный клуб КамАЗ, располагается ни много ни мало в 8 набранных баллах. Сейчас у нас динамовцы первый гол сегодня забивают. Мощнейший выстрел в ближний угол, и становится он неразрешимой проблемой для Станислава Рожнева. 1-0 на исходе 5-й минуты встречи. Динамовцы открывают счет. И учитывая, что с первых же мгновений поединка стремились подопечные Антона Тимофеева сразу же захватить инициативу, это взятие ворот полностью, что называется, вытекает из хода противостояния. Динамовцы забирают лидерство в матче. Динамовцы также забирают лидерство, промежуточное первое место в своей подгруппе. Но понятное дело, что сейчас, когда сыграна только одна встреча и вторая вот только-только началась, говорить о каких-то турнирных раскладах можно лишь вскользь, так или иначе, что называется, упоминая о тех турнирных раскладах, которые могут быть, которые будут по итогам этого самого противостояния. Заканчивая разговор про наших сегодняшних гостей в чемпионате, надо отметить, что, например, с тем же КамАЗом три звездочки уже сыграли. Это было в первом туре чемпионата. 3-1, уверенная победа. Ну и согласитесь, все-таки 8-очковый отрыв после 7 проведенных встреч. Это, конечно же, очень и очень весомый перевес во внутреннем чемпионате. Теперь три звездочки МЮПИ необходимо сосредоточиться на Еврокубках, потому что там дела-то уже достаточно давно, что называется, хорошо не идут у команды. Ежегодно принимают они участие то в Лиге Чемпионов, то в Кубке ЛФЛ, но постоянно, уж простите мне такое громкое слово, проваливаются на общемосковской арене. Вечно четвертые в своих подгруппах места занимают. А в последний раз выходили в плей-офф главных турниров Москвы. Если вы еще помните, в начале десятых, когда Кубок ЛФЛ даже вообще по-другому, по другой системе разыгрывался. И тогда группы состояли из 5 команд. И команды проводили не каждый с каждым по 2 матча, а лишь по одной игре. 2 игры дома, 2 игры на выезде. Здесь еще многое, безусловно, зависит так или иначе от жребия, с кем ты будешь играть дома, с кем ты в гостях на непривычной арене. Вот еще в те далекие времена и последние успехи на еврокубковой арене для красно-черных были. Что касается динамосов, то поступательно развиваются бело-голубые. Да, прошлый сезон по факту получился своеобразным шагом назад. Лишь бронзовые медали динамовцы по итогам чемпионата завоевали. Но по большому счету, выскажу и свое мнение, и мнение многих других экспертов Северной лиги, за этот год бело-голубые хорошо сыгрались, сделали качественный, с точки зрения, опять-таки, качества, уж простите мне такую тавтологию, шаг вперед, усилились и в текущее межсезонье, в частности, переход Дмитрия Кожемякина, Алексея Бритовского, это, безусловно, усиление для команды.
Понятное дело, что были и потери, тот же самый Анохин вернулся в Гефест, откуда и переходил в Динамо. Также вот сейчас стало известно, что Виктор и Аркадий Имрековы в своем роде, эдакие легенды Динамо, были заявлены за смену, но пока, если я ничего не путаю, ни одной встречи там не провели. Но вот все-таки... По сравнению даже с 2-3-летней давностью, сейчас «Динамо» выглядит намного цельнее и, если уж мне разрешите такое сравнение, структурирование. Для трехзвездочек МЮПИ это сейчасшний сезон, это действительно возможность вернуть себе лидирующие позиции во внутреннем первенстве. Опять же, говорили мы о том, что заметно ослаб пищевик, и таким образом есть возможность выиграть золотые медали. Сейчас, вот на текущий момент, не видится, кто же сможет составить конкуренцию в чемпионате Юго-Запада красно-черным. Вот добавить бы сюда еще и еврокубковую арену, еврокубковые баталии, и тогда все может очень неплохо по итогам сезона для команды Артема Цырина срастись. Но вот сегодняшнее противостояние начинается с самого начала. Абсолютно точно не так, как планировал тренерский штаб. Уже на 5-й минуте Дамир Садиков открыл счет в противостоянии. Хлесткий удар. К слову, уже отправился отдыхать Садиков. Вместо него на острие появился Дмитрий Голышев. И высокий прессинг бело-голубых приносит свои плоды на чужой половине поля. Бритовский, скидка Митину. Митин бить сразу не стал. Вот теперь с левой пробивает. К этому удару оказался готов Станислав Рожнев. Но отмечаем, что опять не самым уверенным образом отражает он удар в ближний угол. Окажись там на добивании кто-то из футболистов в белом-голубом, могло бы все очень и очень плохо закончиться для сегодняшних гостей. Спичка играет назад на Орлова. Бросает вперед. И успеет здесь Спичка мяч забрать. Голышев, падение и штрафной. Нарушает правила Виталий Корнеев. Особо никто не спорит. И это шанс для Ивана Спички. Безусловно, у него волшебная левая нога. Тут же и Дмитрий Голышев, заработавший этот штрафной, не стал тыняной присоединяться к розыгрышу этого стандарта. Хотя тут тоже может пробить по статичному мячу. В общем, здесь действительно мастеров, что называется, хватает. Даже вот Алексей Бритовский присоединился. Ну а между тем отмечаем еще одну замену в составе динамовцев. Появился на поле под 10-м номером Михаил Тимофеев. Но пробивать, естественно, будет Спичка. Футболист сейчас в кураже, в форме, забивает постоянно. Вот вчера в матче внутреннего чемпионата с ЦДК отличился с 10-метровой отметки. До этого забивал прямыми ударами со штрафных, но в матчах с аутсайдерами Спичка, удар, мощный выстрел, но прямо по центру пришелся этот удар, и справился Станислав Рожнев вместе со своими защитниками. Ситуацию разрядили, и динамовцам предстоит заново атаку начинать. Длинный заброс от Кожемякина в направлении Голышева, но тот не успел оставить мяч в игре, покинул лицевую линию, и будет удар от ворот. Перестановки пошли тем временем и у команды Артема Цырина. Отправился отдыхать Игорь Цырин, ничем не запомнившийся по стартовым мгновением встречи. И я так понимаю, Гео Пурцеладзе под 12-м номером на поле появился. На левом фланге он расположится. Балашов показывает арбитру, что ему необходим розыгрыш по свистку. Конечно, с центра поля пробивать занятие малоперспективное, но ведь можно рассчитывать на рикошет, на какое-нибудь подставление мяча об ногу любого из партнеров. Но нет, разыгрывают, естественно, красно-черные. В итоге сами себя загнали в угол. В итоге бело-голубые там мяч отобрали, еще и чуть было в контратаку не убежали. Тыняному не хватило пространства и скорости, чтобы первым на мяче оказаться. В итоге Никонов перехват совершил.
правым флангом атакует три звездочки. Но прострел пришелся прямо в руки Игорю Гришину. Тот без каких-либо проблем мяч отобрал. Спичка. Убирает мяч под себя. Осталось ему пару раз по ногам, но контроль над мячом сохранил. И, естественно, судья игру останавливать не собирается. Тыняный назад. Спичка. И хороший диагональный перевод в направлении Голышева. Тот ставит корпус, оттесняет от мяча Корнеева, пробивает слева и выручает. Вот уже по-настоящему выручает свою команду Станислав Рожнев. Ну и как-то слишком просто выиграл здесь борьбу в чужой штрафной Дмитрий Голышев. Особого труда ему не составило оттеснить Корнеева от снаряда. Бритовский. Голышев. Перевод налево. Тыняный. Откидывает спички. Контролирует мяч Динамо. Орлов. Голышев. Попытался уже обыграть один в один Корнеева. Тот на провокацию не поддался. А у нас постепенно игра к своему экватору первого тайма приближается. 1-0 динамовцев впереди. Напомню, что на пятой минуте Дамир Садиков отличился после красивой комбинации партнеров. Ну а здесь фол фиксирует рефери. Навалился на Андрея Никонова его тезка Тыняный. Ну и рефери прекрасно все видел. Правильную и удобную позицию занял. В общем, не позволил динамовской атаке завершиться удар. Еще замены. Павел Аксенов отправился отдыхать. Под 24-м номером справа в защиту выходит Андрей Некрасов. Номинально заявленный изначально в моем протоколе как полузащитник. Но понятное дело, что в ЛФЛ это все формальности, да и вот игровые схемы, модели. Здесь каждый должен уметь и атаковать, и защищаться. Тотальный футбол, каким его видели в свое время голландцы, здесь находит применение без каких-либо оговорок. Знаете, вот довелось мне недавно читать такую статью, что вот в итальянском футболе, если ты игрок линии полузащиты и не умеешь обороняться, каким бы хорошим креативным мастером ты бы не был, тебе там задержаться попросту не удастся. Вот в ЛФЛ, наверное, можно то же самое сказать, с той лишь оговоркой, что уровень команд несколько отличается. Все-таки не совсем корректно сравнивать лидеров дивизиона вышки с явными аутсайдерами. Все-таки разница в уровнях между действительно грандами лиг и действительно любительскими футбольными клубами вышек, она очень и очень высока. Ну а динамовцы, между прочим, продолжают прессинговать на чужой половине поля. И вновь это приносит свои плоды. Тыняный делает все просто блестяще и забивает второй гол команды. Где-то вот на переходе 17-18 минуты 2-0 становится счет. Андрей Тыняный с левой ноги укладывает мяч в дальний от себя угол и упрочивает преимущество своей команды. К середине первого тайма динамовцы делают весомую заявку на победу в сегодняшнем матче. Но, понятное дело, разбавляться еще рановато. Все-таки футбол вещь непредсказуемая. И уж тем более преимущество в два мяча. Это явно не то, о чем можно говорить, что игра сделана. Но игровой перевес сейчас у бело-голубых неоспоримый.
И особенно мне нравится вот эта вот тактика высокого прессинга, когда бело-голубые накрывают своего оппонента на его же половине поля, не позволяя спокойно развивать атаки. Много уже было таких вот перехватов, и вот сейчас один из них завершился голом Андрея Тынянова. Мало того, что спокойно принял мяч вблизи чужой штрафной 17-й номер, так его и затем никто особо не встречал. Продвинулся к линии штрафной и неотразимо пробил в дальний угол. Посмотрим, чем ответят гости этой звездочки в атаке. Но здесь коллективный отбор демонстрируют бело-голубые и уже в свою атаку устремляются. И фол достается в центре поля Андрею Тынянову. Это, наверное, ровно то, что должно было произойти несколько минут назад, когда он мяч принимал. Быстро разыграли мяч динамовцы. Тыняной. Тимофеев. Удар и рикошет будет угловой, конечно. Ну и отметим, как в подыгрыше сейчас классно действовал Дамир Садиков. Автор первого гола в сегодняшнем противостоянии. Поставил под удар Тимофееву в очень удобной точке. Если бы не рикошет, возможно, еще один голевой момент мы бы с вами увидели. Орлов, подача, Тыняны пробивает с сопротивлением, да. Но все равно было очень опасно. И чуть-чуть не попадает в створ. Ну а Алексей Сергеев отправляется узнать, видимо, как самочувствие у голкипера. В одном из эпизодов небольшое повреждение получил Станислав Рожнев. Но понятное дело, что свою команду подводить и просить о какой-либо замене он не будет. Запасного голкипера ни у тех, ни у других сегодня в заявке нет. Фарафонов. Сохраняет мяч, вбивает снаряд у него из-под ноги Гео Пурцурладзе. Здорово здесь действует в отборе спичка. И от Дамира Садикова покидает мяч предела поля. Номинально выиграл борьбу он сразу у двух оппонентов. И первым оказался на мяче. Но вот по факту, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что выдавили форварда северяна защитники МЮПИ. Севастьянов. Потеря. Показывает арбитр, что нужно продолжать. Не было там нарушения правил. Тыняной не стал на этот раз играть вперед. И спокойно через оборону действует. Спичка. Чуть было не потерял равновесие, но сумел сохранить контроль над мячом. Очередной хороший перевод мяча на противоположный фланг. Здесь Фарафонов мяч принял и очередной аут заработал. Потенциально опасный момент, безусловно. Особенно, когда у тебя есть в составе такой высокорослый футболист, как Андрей Тыняный. Но вот, к слову, Тыняный сейчас на подборе остается. Орлов кидывает мяч Садикову. Фарафонов. Подсказывал ему Орлов, что бей-бей-бей, но не стал сгоряча рубить молодой хавбек. Сохранил контроль над снарядом. Кожемякин идет вперед. Налево, спичка, прострел, и пропускал там мяч Илья Чижиков, возможно, в надежде, что в створ направляет снаряд спичка, но нет, слишком далеко от ворот прошел мяч, и никакой опасности не было, хотя там Чижиков мог бы подставлять клюшку, уж простите мне такое сравнение, и претендовать на третье взятие ворот в сегодняшнем матче. Балашов играет назад. Никонов. Еще дальше на Корнеева. Здесь уже опасно было направо играть на Некрасова, потому как там подключается Чижиков. И вот сейчас пойдет длинный вынос. Да, именно так и делает голкипер. И мяч динамовцам переходит.
чистый подкат. Здорово здесь в отборе сейчас действует Корнеев. Возможность для контратаки может получиться. Ну нет, уже вернулись на свои позиции бело-голубые, а затем еще и неточный пас. Все закончилось перехватом спички. Тыняный. Бить не стал. Скидка Чижикова. Удар. И гол. 3-0. Геометрически идеальная контратака бело-голубых, которая началась с перехвата Ивана Спички, затем скидка Андрея Тынянова и отличный удар в лед Ильи Чижикова. 3-0 к концу первого тайма. И как бы мы не хотели этого констатировать, все-таки преимущество бело-голубых сегодня настолько подавляющим, что, наверное, можно сказать, на пол головы как минимум динамовцы сегодня сильнее своего оппонента. 3-0 к концу первого тайма. Динамо ведет крупно. И, конечно же, останавливаться на достигнутом не собирается. В атаку идут бело-голубые. Голышев теряет мяч. И не покинул снаряд предела поля, по мнению главного арбитра встречи. Честно признаюсь, я не успел из своей комментаторской позиции рассмотреть. Казалось, что уже уходит мяч за пределы зеленого прямоугольничка, но доборолись красно-черные. Ну а здесь фол. Брак в обработке. Игорь Цирин допустил, в итоге Спичка выиграл позицию и штрафной заработал. Правда, болезненные ощущения испытывает Иван Спичка, с трудом поднимается. Но, опять же, повторюсь, в такой великолепной форме сейчас находится 15-й номер динамосов, что менять его в такой игре, наверное, будет преступление. Но, по крайней мере, пробивать сейчас по снаряду будет не он, а Илья Чижиков, другой мастер с левой ударной ногой. Но здесь, наверное, наброс в штрафную ожидается. И так и делает Илья Чижиков. Но борьбу бело-голубые проигрывают в чужой штрафной. Гришин запускает свечу над стадионом. Ну, как минимум, не привез атаку на свои ворота. Выбил мяч куда-то в район школьного двора. И придется красно-черным начинать свою атаку от своей скамейки запасной, которая сейчас, что интересно, пустует. Все футболисты настолько вовлечены происходящим на поле, что располагаются вблизи своего наставника, который возле резервного арбитра с самых первых минут обитает. Нащупывают свою игру красно-черные, как мне лично кажется, чуть более смело идут в обводку, и комбинации с пасами на третьих проходят все чаще. Ну, возможно, у динамовцев чуть-чуть силы поиссякли, что ли, с постоянным этим высоким прессингом, и в итоге все-таки понятное дело, что в таком темпе действовать на протяжении всего матча, всех 60 минут, это очень энергозатратно. Ну а учитывая, что вчера бело-голубые провели тяжелейшую встречу против ЦДК, а ЦДК, напомню, между прочим, в Лиге Чемпионов от Севера выступает, и добились там победы со счетом 2-1 благодаря голу Андрея Тынянова. Первый мяч в составе бело-голубых забил Иван Спичка, как я уже сегодня говорил. Все-таки немножко посвежее, что ли, должны быть три звездочки, учитывая, что на юго-западе тура в высшем дивизионе в эти выходные нет. Чижиков из-за боковой не стал бросать вперед, отыгрался назад к Жемякину. Гришин продемонстрировал технику владения мячом. Игорь Гришин. И начал новую позиционную атаку своей команды за две с небольшим минуты до конца первого тайма. Фарафонов принимает мяч у углового флажка. Здесь тяжело ему будет против сразу двух оппонентов. И в итоге, наверное, максимум в этой ситуации зарабатывает 9-й номер динамовцев. Это аут вблизи углового флажка.
до Гришина дойдет здесь мяч. Других владельцев у этого снаряда в этой конкретной ситуации и не предвиделось. Гришин. Длинный вынос вперед. И выигрывает здесь снаряд Павел Аксенов. Грамотную позицию занял на своей половине поля. И сейчас вновь здорово открылся в районе центрального круга. Разгоняет атаку направо. Обратная передача. Можно попробовать пробить. А он продолжает искать своими пасами партнеров. Прострел. И здесь никого, кроме Кирилла Орлова, не оказалось. Голышев. Дважды неудачно сыграл по мячу. Но сразу же бросается в отбор. И фолит. Это желтая карточка. Безусловно, в руках у главного арбитра встречи появляется. Грубовато все-таки, да, согласен я. Голышев обошелся с Андреем Никоновым. И за эту первую желтую карточку в сегодняшнем матче арбитр предъявляет. Ну и момент на последних мгновениях первого тайма. На этот раз следует удар от почти центральной линии. Андрей Никонов приложился, но уж слишком неточным этот удар вышел за оградительную сетку стадиона. Отправился снаряд, и никакой опасности в итоге воротам Игоря Гришина создано не было. Основное время первого тайма у нас подошло к концу. Возможно, за последней атакой первого тайма мы с вами наблюдаем. Чижиков набрасывает мяч в чужие владения. Здесь Фарафонов ставит спину и обходит своего опекуна. Опасно! Надо забивать! 4-0! Вместе со свистком на перерыв, как я понимаю, забивают бело-голубые четвертый гол. Его автором становится Илья Чижиков. Но, безусловно, все в этом взятии ворот сделал Павел Фарафонов. Как-то слишком легко он избавился от опекавшего его Андрея Никонова и выкатил мяч на пустые ворота. Что ж, дорогие друзья, перерыв. Отдыхаем и мы с вами минутку-другую. И затем возвращаемся на стадион на Флотской улице. Завершился перерыв в матче второго тура Кубка ЛФЛ, в котором здесь на Флотской встречаются «Динамо» и «Три звездочки» МЮПИ. После стартовых 30 минут игры впереди подопечные Антона Тимофеева. 4-0, дубль Ильи Чижикова, а также голы Андрея Тынянова и Дамира Садикова успели мы посмотреть в первом тайме. Тотальное преимущество хозяев поля. Счет, наверное, кто-то может сказать и не совсем по игре, но на крупный перевес динамовцы наиграли безусловно. И сейчас необходимо просто довести начатое дело до своего логичного конца и желательно как можно больше улучшить собственную разницу забитых и пропущенных мячей, потому как все-таки возможно, в конце группового этапа, когда все коллективы сыграют по 6 проведенных встреч, может быть, и придется в конечном счете считать какие-то дополнительные показатели. Хотя сейчас, безусловно, бело-голубые выглядят несомненным фаворитом своего квартета. Признаться честно, наверное, и перед стартом розыгрыша таковыми и виделись бело-голубые. Что ж, давайте попробуем разобраться с составами, в которых и те, и другие начали второй тайм. Начнем с «Динамо», так как здесь мне, что называется, будет несколько попроще. Игорь Гришин в воротах. Справа под третьим номером Евгений Корнилов появился. Иван Спичка слева также действует под 15-м. И Дмитрий Кожемякин, 13-й в центре обороны, Андрей Тыняный, 17-й в центре полузащиты, справа Алексей Обритовский, слева сейчас посмотрим по эпизоду, кто там располагается, на острие абсолютно точно
Дамир Садиков, ну а в полузащите Никита Митин. Попробуем разобраться и с тремя звездочками МЮПИ. Уж простите, дорогие друзья, эту команду вижу я не так часто, и здесь могут у меня возникнуть некоторые идентификационные сложности. Прошу меня сразу же за возможные ошибки простить. Станислав Рожнев в воротах, здесь никаких изменений быть и не может. Линия обороны. Андрей Никонов, 88-й. Вот он сейчас как раз-таки оказался в центре нашего внимания. Но здесь в перехвате здорово красно-черные действуют. Также Антон Андрианов в обороне. И Павел Аксенов, центрального защитника, во вторые 30 минут исполняет. Линия полузащиты здесь. Денис Романов, Андрей Некрасов и Геа Пуцеладзе. На острие атаки Артем Севастьянов, 18 номер. Ищет тренерский штаб красно-черных пути, с помощью которых будет возможно ход этого матча переломить, но, откровенно говоря, уж слишком много было потеряно в первом тайме. 4 мяча отставания – это серьезный гандикап для камбэка. Ну и с каждой минутой, понятное дело, здесь не нужно быть великим философом, чтобы это понимать. Времени остается у гостей все меньше. Жемякин надежно действует, Корнилов под прессингом оказывается, но отдает точную передачу на Бритовского, Тыняный вперед на Садикова, тот сохраняет мяч для своей команды, штрафного арбитра не назначил, но аут будут бело-голубые бросать. Пару слов, наверное, скажем о других матчах, которые сегодня здесь на Флотской проводились в рамках Кубка ЛФЛ. Начинался игровой день Еврокубков на севере с противостояния EPC и Кантемировского фронта. Северная команда взяла верх со счетом 2-1. Вообще все поединки сегодня здесь завершились ровно с таким счетом, за исключением вот сегодняшнего этого конкретного матча. Здесь такой результат уже не может быть априори. EPC добился победы над Кантемировским фронтом. Затем его почин поддержала и беда, обыграв «Миллениум», ну а «Легион» в противостоянии с другим коллективом Юго-Запада, с футбольным клубом «Чемпионатом», проиграл 1-2, причем легионеры открыли счет в противостоянии, но затем пропустили дважды во втором тайме, и в итоге с нулем очков остались после двух проведенных встреч. Тыняный фолит на своей половине поля. Желтую карточку получает также за грубую игру. Досталось там, безусловно, Андрею Никонову. Лежит он на газоне. И крик достаточно громкий здесь над Флотской раздался. Будем надеяться, что серьезное повреждение не получил в этом единоборстве защитник красно-черных. Всегда не хочется, чтобы в любительском футболе травмы преследовали футболистов, но тем более сейчас, когда исход противостояния по большому счету ясен. Да, и прошу прощения, это не Андрей Никонов там получил по ногам, а Денис Романов, капитан команды. Отправляется он на скамейку запасных. Отправляется сам, следовательно, уже не все так плохо. Он, возможно, сейчас немножко передохнет и затем вернется в случае необходимости на газон. Севастьянов пробивает со штрафного и попадает в единственного игрока, стоявшего в стенке, в Дамира Садикова. Аут. Теперь будут разыгрывать гости. Тыняный выигрывает единоборство, собственно, штрафной. Попытка номер два. Здесь уже Корнилов выше всех выпрыгивает. Тыняный бросает прорыв Садикова. Тут один против двоих оказывается, но мяч укрощает. Бритовский. И потеря.
потери. А Бритовский сразу же пытается исправить собственную оплошность, а в итоге помогают ему партнеры в следующей фазе атаки соперника. И здесь втроем буквально обезмячили Артема Севастьянова бело-голубые. Спичка. Перевод мяча направо. Корнилов. Кожемякин. Пас назад встречается одобрительным возгласом от Игоря Гришина, который доволен тем, что его команда контролирует мяч. Тняный. Падение. И зарабатывает штрафной. Бритовский. Есть возможность продолжить контролировать мяч, но случится это после того, как замены проведут команды. Меняют форвардов синхронно наставники обеих команд. Голышев вместо Садикова у динамовцев. И возвращается на поле Зарипов вместо Севастьянова. Кроме того, у белоголубых еще одна перестановка произошла. Митин отправился отдыхать. Вместо него слева Тимофеев. Вновь вернулся в игру. Ну а спичка здесь здорово действует в отборе. И ни у кого нет даже никаких сомнений касательно того, было нарушение правил или нет. Спичка, удар! С правой ноги пробивала Иван, возможно, поэтому в створ ворот и не попал. У него мощнейшая и дальнобойная левая нога. Столько уже действительно красавцев голов забивал он за последнее время. Ведь в прошлом году-то уходил он из «Динамо» и лишь в конце сезона вернулся в свой старый коллектив. Вот здесь он всегда ко двору, и, естественно, партнеры с радостью приняли защитника обратно в свои ряды. Сами «Динамовцы», конечно же, усилились за это время. Ну вот сейчас бело-голубые начинают по большому счету новый путь за трофеями. Понятное дело, что Кубок Севера стартует значительно позже для команд высшего дивизиона, а для коллективов второго и третьего дивизионов он стартует в эти выходные. Чемпионат уже начался, и «Динамовцы» в нем выступают успешно. 4 матча уже проведены, правда, 3 из них были с коллективами из нижней части таблицы. И здесь досталось Стелле, Пресне и Смене. Суммарно, там, конечно, какую-то невообразимую голевую вакханалию устроили бело-голубые. Уж простите мне такое грубое сравнение. Но сами смотрите, 9 раз досталось Стелле, 17 Пресне и 5 Смене. Это, конечно же, цифры, которые будоражат сознание. При том, что все равно звание лучшего снайпера вышки на данную минуту принадлежит, конечно же, Артаку Григоряну, который и в прошлом году стал лучшим голеадором на обоих этапах внутреннего чемпионата, так и сейчас с своими 11 забитыми мячами, без учета вчерашнего противостояния Интера со Сменой, там 12-0 завершилась разборка на Радзуре с одним из старейших коллективов Севера. Уверен, Григорян и там парочку так голов, несомненно, положил. Ну а лучший бомбардир у бело-голубых во внутреннем первенстве — это Дмитрий Голышев. У него 6 забитых мячей. Дальше идут Илья Чижиков и Михаил Тимофеев. Про Кубок ЛФЛ, наверное, говорить пока рановато. Все-таки лишь вторую встречу проводят бело-голубые в этом розыгрыше. Но здесь лидер, понятное дело, уже вырисовывается. Это Илья Чижиков. 3 забитых мяча за 2 неполных проведенных поединка. По большому счету доигрывают уже матч соперники. Меньше 20 минут остается до окончания этого эфира. Особых иллюзий касательно исхода этого противостояния, наверное, гости уже не питают. Понятное дело, что за престиж
побороться надо, надо и попробовать от крупного фиаско уйти. Но пока Игорю Гришину особо трудиться не приходится. Андрианов из-за боковой бросает. Не слишком удачно получается. Приходится обороняться теперь красно-черным, но обороняться с мячом, назовем это так. Прессингует Дмитрий Голышев, голкипера. Тот выбивает мяч в него, но в итоге будет аут. Но, тем не менее, со своей половины поля пока по-прежнему три звездочки МЮПИ уйти не могут. Возможно, после этого вбрасывания удастся тут придумать что-нибудь на чужой половине поля. Ну нет, спичка мяч перехватывает, откидывает Фарафонову. Контролирует мяч бело-голубые. Голышев назад, Корнилов, не слишком удачная передача, в итоге свисток арбитра, будет фол и еще одна замена. Ротирует состав тренерского штаба бело-голубых. Не нравится Антону Тимофееву, что происходит сейчас на поле. И действительно, во втором тайме бело-голубые пока не забивали. И более того, и опасных моментов-то не создают. Впрочем, что не менее важно, нет опасных моментов и у их соперника. Корнилов подключается к атаке. Пас в центр. Фарафонов. Чижиков. Не точно. Потеря. Остается по ногам Балашова, но мяч остается у красно-черных. Идут они в атаку. И в итоге что? В итоге следует продолжить игру по сигналу. Небольшую беседу провел Алексей Сергеев с Никитой Митиным. Возможно, просит его не слишком рьяно вступать в отбор. Иначе дело может обернуться штрафными и желтыми карточками. Никонов. Корнеев. Загнали его в угол, бело-голубые, и пришлось играть попроще, а попроще это значит в аут. Перехват на чужой половине вновь. Помните, в первом тайме мы хвалили динамовцев за их высокий прессинг. Понятное дело, что при счете 4-0 достаточно сложно сохранять концентрацию и продолжать действовать в том же энергорежиме, что и в начале поединка, когда исход поединка еще не ясен. Но вот временами сейчас у «Динамо» только получается такой футбол демонстрировать. Ну и, конечно же, качество игры от этого сильно хромает. Все-таки на голом исполнительном мастерстве динамовцам не удается переигрывать своего оппонента. Понятное дело, опять-таки, что этого и не требует сейчас ситуация, но тем не менее. Нам же, нейтральным зрителям, хочется побольше экшена, побольше остроты как в одну, так и в другую сторону. Если вы являетесь поклонником одного из этих коллективов, понятное дело, что только в противоположные ворота. Но второй тайм, действительно, получается, если уж говорить откровенно, скучнее первой половины. Вот приложился из-за штрафной Михаил Тимофеев с этим выстрелом. Станислав Рожнев справился. Пытаются организовать свою атаку красно-черные, но ошибается Балашов. И тут же ошибаются и динамовцы в чужой штрафной. Технический брак в итоге завершается потерей. Чижиков спокойно откидывает мяч Гришину. Получает обратную передачу.
подсказывают ему, что он один, а по факту оказался не совсем так, и чуть было не потерял мяч Илья Чижиков. Тимофеев неплохо, вот сейчас интересно получается, Митин... Прострел и угловой будет, но, по-моему, немножко испугался своего соперника Никита Митин. Тот, да, опасно, с высоко поднятой ногой шел в отбор, но Митин вообще даже не обозначал собственные притязания на этот мяч, поэтому и свистка арбитра не последовало. Удар, здесь уже из пустых ворот выбивают мяч защитники МЮПИ. Это Тимофеев приближался к своему... первому забитому голу сегодня и второму в этом розыгрыше Кубка ЛФЛ. Фарафонов. Налево. Прострел и корнер. Зарабатывают бело-голубые. Всем составом на половине поля соперника, за исключением, естественно, Игоря Гришина, который свои ворота оберегает. А вот красно-черные... как вы видите по телевизионной картинке, вообще все в собственной штрафной располагаются. Своему шансу в контратаке они предпочитают отсутствие остроты в своей штрафной. Поэтому подбор, естественно, остается за Кожемякиным. Спокойно играет назад центральный защитник бело-голубых Корнилов. Тимофеев... Корнилов, вот уже и на чужой половине поля бело-голубые с мячом, удар, хороший выстрел в исполнении Никиты Митина, но видел на момент удара голкипера, видел траекторию полета мяча и перевел снаряд на угловой. Разыгрывает мяч на этот раз бело-голубые, Чижиков, удар, заживал немножко. На мяч Илья Чижиков, знаете, как футболисты говорят, крота поймал. Не совсем так, не в полной мере так. Но все-таки соперник помешал Чижику вот прицельно пробить. И в итоге удар прошел достаточно далеко от ворот. Бело-голубые продолжают атаковать. Все-таки наставления тренерского штаба дают о себе знать. Пусть и по-прежнему не так все опасно выглядит, как в... первом тайме, но все-таки острота началась генерироваться на половине поля соперника. Очередной корнер. Много уже разыграли и подали стандартов за последние несколько минут бело-голубые. Здесь Тимофеев в очередной раз пробивает с дальней дистанции и вновь справляется с этим моментом Станислав Рожнев. Чижиков играет головой вперед. Сейчас может получиться очень интересно. И здесь арбитр показывает, что не было нарушения правил и не было, следовательно, пенальти в этом эпизоде. Успел сыграть в мяч голкипер трех звездочек МЮПИ, вышедших из своих ворот. Опасная игра. Балашов, конечно, немножко погорячился здесь, согласно с решением рефери. А вот здесь уже без какого-либо нарушения правил Балашов мяч отобрал. Налево играет Севастьянов. Удар блокирует этот выстрел Кожемякин. Наброс вблизи к штрафной. И здесь потеря. Здесь потеря. И нужно бежать назад. Динамовцы в атаке. Момент. Фарафонов выскочил один на один. Но не было у него... времени на принятие решения и на улучшение собственной позиции. Поэтому пробивал в одно касание и голкипер свою команду выручил. Более того, еще и там повреждение получил, насколько я понимаю, Александр Балашов. И покинул он пределы поля. Концовку встречи его команда проведет без него. Никонов. Откидывает мяч голкиперу, а вот Рожнев стушевался и выбил мяч в аут. Тимофеев, Чижиков. Если прокидывал мяч сам себе, то это слишком опрометчиво было. Вот такое.
Мюпи идет. Не было здесь нарушения правил вновь, по мнению арбитра. Корнилов. Налево. Митин. Еще левее. И потерь. На следующей неделе в рамках внутренних чемпионатов «Динамо» в воскресенье 7 октября сыграет со «Штурмом» в 17:50 здесь, на Флотской. Ну а трезвёздочки МЮПИ также в воскресенье проверят на прочность футбольный клуб «Реальчики». Еще в прошлом сезоне этот коллектив являлся основным поставщиком футболистов для молодежной сборной Юго-Запада. И понятное дело, что здесь опять-таки будет считаться фаворитом МЮПИ, а сейчас имел великолепный шанс забить гол престижа Игорь Цирин. Получил он снаряд на чужой половине поля, пробил, Игорь Гришин выручил свою команду. Затем была вторая волна атаки, и также завершившаяся ударом с рикошетом, пришлось Гришину перекладываться, и в итоге угловой. В итоге теперь есть шанс со стандарта у красно-черных, опасно все это было, но до мяча никто в итоге не дотянулся. Ну а если говорить непосредственно про третий тур Кубка ЛФЛ, то через две недели «Динамо» сыграет с «Селтик-2» на выезде. Ну а затем примет восточный коллектив здесь, на Флотской. Понятное дело, что три звездочки МЮПИ таким образом два матча с «Никой» проведут. Первый выездной, второй домашний. И для решения задачи по выходу из группы эти два противостояния, безусловно, для красно-черных будут иметь весомое значение. К сожалению, нет у меня информации о том, какие события в параллельном матче группы H происходит между «Никой» и «Селтик-2». Сейчас мы попробуем этот недочет с помощью века современных технологий исправить. Но понятное дело, что две победы в этих спарринговых матчах станут огромным подспорьем для трех звездочек в борьбе за выход из группы. Чижиков на перехвате здорово действует. Фарафонов. 4 минуты у нас до конца. Не думаю, что хоть что-нибудь главный арбитр встречи Алексей Сергеев сегодня командам компенсирует. В боксе, знаете, очень часто люблю я применять это сравнение, подобные поединки прекращают за явным преимуществом одной из сторон, потому как исход встречи давно ясен. В глубоком нокдауне оказались красно-черные в первом тайме, во втором сумели оклематься, но какой-то контр игры так в итоге и не наладили. Хотя все-таки пару моментиков так на чужой половине поля создали. Но все-таки даже на гол престижа пока наиграть не удалось. Ну а «Динамовцы» таким образом уже можно констатировать. Все-таки упустить 4 мяча преимущества меньше, чем за 4 минуты, наверное, практически невозможная задача. Возглавляет турнирную таблицу группы H перед спаренными играми со вторым «Селтиком». Ну и для «Белоголубых» также. Таким образом, многое будет решаться в спаренных матчах с «Селтиком-2». Об этом после этой атаки поговорим. В атаке Некрасов. Удар, рикошет и в итоге угловой зарабатывают красно-черные. Вновь чуть было врасплох не застал рикошет голкипера
бело-голубых. Но в итоге все, что называется, обошлось. Более того, динамовцы свою контратаку разгоняют. Фарафонов по левой бровке ускоряется. И в итоге не справился с собственным управлением и завалился на газон. Важно будет для динамовцев одержать две победы в матчах с Селтиком 2. И потому, что система розыгрыша Кубка ЛФЛ, как вы помните, она несколько хитроумно сделана. И победители своих подгрупп отправляются сразу в раунд плей-офф. А вот команды, которые займут по итогам группового этапа вторые места, еще сыграют друг с другом в стыковом раунде. И к ним тогда уже по итогам этих двухматчевых противостояний присоединятся команды, которые займут третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов. Поэтому, понятное дело, чтобы избежать ненужной нервотрепки и оказаться сеянным в последующей жеребьевке, нужно, безусловно, занимать первое место. А первое место, это, понятное дело, можно гарантировать уже по истечению 4 проведенных встреч, если добиться в них 100% результатов. Да, там, конечно, возможна теоретически ситуация с 12 набранными баллами сразу у 3 коллективов, но все-таки не так часто подобные сценарии возникают, чтобы о них говорить всерьез сейчас после 2 проведенных поединков. Последняя минута основного времени матча уже начала свой отчет. Динамо контролирует мяч на чужой половине поля, а Фарафонов не стремится как-то обострять ситуацию. В итоге мяч доходит даже до Игоря Гришина. Тот длинный перевод вперед. На подборе первым оказывается Евгений Корнилов. Чижиков. Корнилов. И вновь Гришин. Через пас пытаются выйти из обороны в атаку бело-голубые. И это сделать по факту получается. Но затем обратная передача на Кожемякина. Гришин длинным пасом находит впереди Митина. Вот наконец-таки потеря состоялась. Но за 5 секунд до конца основного времени матча вот она, последняя, возможно, атака красно-черных завершилась, даже по факту и не успев начаться. Главный арбитр встречи Алексей Сергеев уже посмотрел на свой секундомер и дает свисток, возвещающий о том, что сегодня здесь, на Флотской, динамовцы оказались сильнее футбольного клуба «Три звездочки МЮПИ» со счетом 4-0. Дамир Садиков открыл счет на 5-й минуте, Андрей Тыняный затем преимущество своей команды укрепил. Далее был дубль Ильи Чижикова в концовке первого тайма. Во второй 30-минутке зрители голов не увидели. На этой прекрасной для северного коллектива ноте мы с вами будем прощаться, дорогие друзья. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной лиги и до свидания.